Get Movies. Канал для всей семьи. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, мими-мишки. Мишки, мими-мишки. Эстафета. Ну все, осталось привязать веревки, и можно начинать соревнования. Веревки? Я принесу. Я сейчас, Кеша. Ой. Знаешь, Валя, давай-ка ты лучше всех позовешь, а веревки я сам принесу. Конечно, с удовольствием. Привет, ребята. Привет. Ой, я подниму. Валя, куда ты так спешишь? Кеша построил полосу препятствий и зовет всех на соревнования. О, это должно быть весело. Мы пойдем? А то, если есть соревнования, значит есть приз. Приз не главное, главная команда. Ага, главное, что в команде не было Вали. Осталось позвать Тучку с Лисичкой. Увидимся, друзья! Соревнованию Кеши. Спасибо, Валя. Я обязательно приду. Жду не дождусь. А вдруг мы попадем в одну команду? Вот будет здорово. Ой, сейчас поправлю. Нет-нет, Валя. Лучше я сам. Ой! Добро пожаловать на мою усложненную полосу препятствий номер 115. Кеша, а какой будет приз? Ой, а вот об этом-то я и не подумал. Ха, тогда неинтересно. Да, лучше дома поскучать. А если призом будет мой торт? Торт? Это другое дело. Мы согласны. Значит так, Цыпа судья, а мы делимся на две команды. Чур я с Тучкой и Лисичкой. Значит, я с Саней и Соней. Вали, нельзя к нам в команду. Да, мы не хотим проиграть. Тогда я к вам. Понимаешь, Валя, команда, дело такое. Она должна быть сыгранной. Значит, тоже нет. Тогда мы с Валей будем третьей командой. Ух ты, здорово, Лисичка. Считай, торт уже наш. Я не подведу, Лисичка. Соня, помогай! Посмотри, как собирает Кеша. Что-то я забыл, как это решается. Нет, Кеша, это сюда. Ой, или туда. О, игра на логику. Обожаю. Это сюда, Лисичка. Молодец, Валя! Бежим! Молодцы! Отличный финиш! Поздравляю с победой! Спасибо, ребята! Это все благодаря Вале! Спасибо, что взяла меня в свою команду, Лисичка. Да, зря мы не взяли Валю к себе. Извини нас, Валя. Мы думали, ты неуклюжий. Никто не хотел брать Валю в команду. Вот и проиграли. Я хотел, просто меня не так поняли. А теперь давайте есть торт. Да!
А вот на завтра я новые препятствия придумал. Посложнее. На целых 2 торта. Только чур, я с Валей в команде. Валя наш друг. Мы тоже хотим играть с Валей в команде. Друзья, спасибо вам за доверие, но если лисичка не против, я буду играть с ней. Конечно, не против. У нас ведь такая сыгранная команда. Мальчики подождут. Соня, соревнования скоро начнутся. Сейчас, не могу найти свой флажок с портретом Сани. Может, пойдем без него? А то мы все пропустим. Ну, опоздаем на 5 минут. Ничего страшного. О, нашла. Отлично, побежали. Ну все, пора начинать заезд. А как же болельщики? Без Сони я не поеду. Да, давайте дождемся девочек и Ципу. Всем привет! Вот видишь, они еще не начали. Вообще-то, специально вас ждали. Я же говорила, ничего страшного не случится. Внимание! Первый этап супергонки объявляю открытым. Итак, по результатам первого соревнования лидирует Саня. А завтра нас ждет второй этап – гонка на лодках. Здорово! Привет, Соня! Ты готова? Почти. Чай допью и пойдем. Скорее! Мы уже опаздываем. Ничего, без нас не начнут. Угощайтесь. Ну где же девочки? Гонка должна была начаться 10 минут назад. Да, вечно они опаздывают. Наверное, у них что-то важное. Давайте подождем еще немного. Привет, мальчики! Простите за опоздание. Ну, наконец-то! Я же говорила, что без нас не начнут. И правда. На старт! Внимание! Красивое платье. Осталось придумать, куда его надеть. Ой, Соня, сегодня же последний этап гонки у мальчиков. Идем. Пойдем, но чуть позже. Все равно мальчики нас подождут. Ты права. Победитель этого соревнования – Иннокентий. А значит, по итогам 3 этапов супергонки у нас ничья. Всем привет! Можете начинать соревнования. Мы готовы. Вообще-то, мы уже закончили. Правда? Значит, мы все пропустили. Нечего опаздывать. Да, нехорошо получилось. А давайте устроим вечеринку в честь окончания соревнований. Собираемся у меня ровно в 6. Ура! Отличная идея. Будет куда новое платье надеть. Еще нет. Где же они? На пирог они обычно не опаздывают.
Да, ждать, оказывается, совсем неприятно. А вдруг они вообще не придут? Привет! Привет. Мальчики, наконец-то! О, вы уже здесь? А мы думали, вы опоздаете. Как всегда. Знаете, простите нас, пожалуйста, за те опоздания. Да, теперь мы всегда будем приходить вовремя. Вот это и отпразднуем. Кажется, торт нас уже заждался. Конькобежцы. А еще я научился шестерной прыжок делать. Кеша, это невозможно. Даже самые лучшие фигуристы делают только четверные. Не веришь? Сейчас покажу. О, Валя, Саня, вы тоже кататься пришли? Да, только пока что не очень получается. Ха, за всех не говори, у меня все получается. Да вы что, оба кататься не умеете? Ерунда, я вас научу. Главное, коньки нормальные раздобыть. Коньки тут ни при чем. Надо сначала научиться ногами правильно двигать. Равновесие держать. Чего? Да глупости все это. Нет, не глупости. А давай проверим, чей способ лучше. Ты тренируешь Валю, а я Саню. А потом устроим соревнование. По рукам. Во-первых, надо уметь правильно затачивать коньки. Смотри. Ого, целая наука. Сейчас попробую. Ну, для первого раза неплохо. Вот что я скажу, новичок. Тренировки – это для неудачников. Продвинутые спортсмены полагаются на технику. Ух ты! Пойдем скорее опробуем. Запускай! Я же говорил, техника решает. Только это, на других коньках так не получится. А зачем тебе другие, когда у тебя коньки чемпиона? Ну да. А давай посмотрим, как там дела у конкурентов. Пошли. Вот так, повторяй. Уже лучше. Тренируйся. Терпение и труд все перетрут. Ага, перетрут. Ого, вот это старт! Валя, молодец! Ничего себе! Это мой брат! Вперед, Саня! Опозориться. Нет, нет, я сейчас все будет.
твои, Кеша. Полная ерунда. Надо было по-настоящему учиться, как Валя. Спасибо. Ладно, ладно. Твой способ эффективней. Но мой все равно эффектней. Кто лучше? Вот, Тучка! Что бы мы делали без моей крепости строительной машины? Ага, здорово получилось. Правда, больше на шалаш похоже. Привет, мальчики! Какой у вас большой шалаш? Это крепость! А, ну да, конечно! Я вам пирогов принесла. Подкрепиться. Вот это хорошо! Любой крепости нужно подкрепление. О, классный у вас шалаш! Только неустойчивый какой-то. Это крепость, и она очень даже устойчивая. Это что? Ну, я кое-что в крепостях понимаю. Вот, сделала. Ладно, крепость построила. Теперь пойду спортом позанимаюсь. Хоп! И еще один. И прыжки. И закрытыми глазами. Ну даёт! Потрясающая точность! Да, лисичка? Обычная точность. Вот чтобы пирог приготовить, знаете, какая точность нужна? Напекла. Хорошая идея про поход. Ну что, мальчики, за мной? А пироги? Пироги я и сама напекла. Не так уж тяжело их печь, как оказалось. Лисичка, может, как-нибудь в следующий раз? Ты не переживай, лисичка. Я как из похода приду, обязательно и твои пироги доем. Мы же друзья. Она само совершенство! Да, настоящий лидер! Привал! Мои пирожки. Надо поесть, пока они свежие. А они точно свежие? Свежее не бывает. Тут он какой-то тяжелый у тебя. Ну, может, я и перепутала, что в рецепте. Совсем несъедобно, да? Моих пирогов с малиной. Мне! И мне! Почему-то я знала, что вы проголодаетесь. Спасибо! Я не думала, что пироги так тяжело делать. Научишь? Конечно, научу. Мы же друзья. Ой,
Лисичка у нас такая молодец! Как же мы этого раньше не видели? А мы думали, что лисичка только пироги печь умеет. Ага, а лисичка у нас все может, все умеет. Ох уж эти мишки-мальчишки! Девочки против мальчиков. Так, кому еще добавки пирога? Мне! А мне два! Мальчики, яблочный компот! Здорово! Какие же вы у нас хорошие! Ну все, нам пора на игру! Спасибо! Приходите за нас болеть! Почему не принимают? Очень даже принимают. Смотри. Кеша! А можно мы с вами поиграем? Лисичка! Из-за тебя я промазал! Мы почти выиграли! Выиграли? Да вам нас никогда не догнать! Лисичка! Иди лучше на трибуну! Болейте за нас, а не за тучку! Ага, как пироги есть, так вы первые, а как играть, так без нас. Ну, баскетбол, это не для девчонок. Ах, так! Тогда и пироги не для мальчишек. Ха, отлично! С сегодняшнего дня девочки отдельно, мальчики отдельно. Саня, подожди! Да не трусь ты, тученце! Накормлю я тебя пирогами! Страна мальчишек! Страна девчонок! Опять пирог? Их и так уже ставить некуда. Что случилось, лисичка? Наверное, духовка сломалась. Не знаешь, как починить? Может, попробуем покрасить в розовый? Или еще цветочками можно украсить? Нет, Соня, здесь нужны мальчики! Опять чипсы. С грибным вкусом. Завтра будут с каким-нибудь другим вкусом. Эх, а девочки сейчас, наверное, торт едят. Знаете, я тут подумал. Я тоже об этом подумал. Пойдем, Кеша, туда, куда мы оба подумали. Лисичка, Соня, мы были неправы. И вообще, в баскетбол могут и девочки играть. Мальчики, мы тоже немного перестарались. К тому же, у меня и духовка сломалась. Так я ее и починить могу. Так значит, мир.
лисичка. 5-0 в нашу пользу. Лисичка, может, ты уже это, пироги пойдешь готовить? Мой друг велосипед. Ребята, у вас такие быстрые велосипеды! Еще бы! Тучка, а давай кто первый вон до того дерева и обратно! На перегонки, а давай! Ага! Мой велосипед быстрее! Осторожнее! Кеша! Кеша, ты в порядке? Все нормально! Я в порядке! Ой, а твой велосипед, кажется, того! Сломался! Ну и не беда! Завтра починю! Будет еще лучше! Представляю вам мой новый ультра-мега-велосипед! Его зовут Супер-велик! Ого! Круто! А погнали на дальние холмы! Там такие трамплины! Ура! Трамплины! Поехали скорее! Погодите! Тут какие-то тучи! Значит, будет дождь! А дождь — это лужи! А лужи — это грязь! Мой супер-велик может испачкаться! Давайте лучше завтра! Кеша, дождя не будет! Ну тогда мы без тебя поедем! Потом расскажем, как это было! Как без меня? Без меня нельзя! Ребят, я с вами! Кеша, ты так всю дорогу велик на себе тащить будешь, ну а? Да, зато не поцарапается и не испачкается! Ух ты, здорово! Ура! Чур, я первая! Вот это да! Вот это трамплинчики! Вот бы сейчас погонять! Ну, если ты на своем не можешь, хочешь, попробуй на моем велике. Ну, у твоего и вилка так себе, и тормоза. Ладно, давай попробуем. Ну и ну. Да, мой супервелик все же попрочнее будет. Ой-ой-ой. А хочешь, я твой велик сейчас починю, а ты пока на моем супервелике погоняй. На твоем супервелике? А тебе его не жалко? Жалко? Для лучшего друга? Да и зачем я его делал? Чтобы смотреть на него, что ли? Спасибо, Кеша! Ю-ху! Спасибо тебе огромное! У тебя просто, просто классный супервелик! Да ладно! Я вот тебе твой велик починил! Держи! Ух ты! Спасибо, Кеша! Он такой крутой! Ура! Ну что, поехали домой? Я первый! Вон до того дерева! Тучка! Ну что ты там? Погнали! Погнали!
Погодите, что-то мне жалко мой новый велик пачкать. Книга рекордов. Вот, самый быстрый велосипед. Ого, 38 скоростей? Ничего себе! А вот самый большой цветок. Ух ты! А это самый высокий замок из песка. Вот это да! Там, наверное, жить можно. Я тоже хочу сделать что-нибудь самое-самое! Точно! Давайте каждый поставит какой-то рекорд, а потом составим из них свою книгу. Отличная идея! А Валя и Цыпа будут оценивать. Что ж, мы не против. Ура! Кеша! Да, я сейчас! Ну, как вам моя смотровая башня? Очень высокая. Думаю, это рекорд. Да, Цыпа? Отлично! А будет еще выше! Поможешь? Внимание! Фото для книги рекордов. Готово! Ого! Такого торта я еще не видел. Это определенно рекорд. А теперь улыбочку. Ладно, мы к точке. Ничего себе! Какая длинная! От самого дома тяну. Идем покажу. Тучка, ты настоящий рекордсмен. Ура! А сейчас фото для нашей книги. Я больше не могу. Сколько там? Мы играем уже 25 часов 38 минут. Ого! Думаю, можно заканчивать. Рекорд установлен. Итак, представляю вашему вниманию книгу рекордов нашего леса. Ура! Ура! Саня и Соня сыграли самый долгий матч по бадминтону. Лисичка испекла самый большой торт. Тучка собрал самую длинную связку грибов. Кеша построил самую высокую... Подождите, а где Кеша? Точно, Кеши нет! Неужели он еще строит свою башню? Надо за ним сходить. Да, а потом все ко мне на торт. Иннокентий, ты где? Кеша, слезай. Рекорд ты и так уже поставил. Сейчас! До Луны совсем чуть-чуть осталось достроить. Только за деталями спущусь. Ой, кажется, я застрял. Что же делать? Надо лезть наверх. Это слишком опасно. Придумал. Я уж думал, что не выберусь отсюда. Это все Валя. Как ты это сделал? Просто лопатой. Да ты же вырыл самую глубокую яму. Это супер рекорд. Точно. А где фотоаппарат?
Готово! Войдешь в книгу рекордов как самый лучший копатель. А еще как самый отзывчивый и находчивый друг. Спасибо, друзья. Ну а теперь пойдемте есть самый большой